Говорили на планерке и об экономике. В Архангельской области побывала бизнес-делегация из Чувашии. В ходе встречи переговоров определились направления сотрудничества. Уже нашли точки соприкосновения наш ЧАЗ и архангельский Севмаш – крупнейшее судостроительное производство страны. Понятно, что северян интересует сотрудничество в сфере сельского хозяйства, прежде всего закупки мяса и овощей. Чтобы поставки последних были круглогодичными, нужно расширять тепличную сеть. И об этом будут думать наши сельхозпроизводители. Обратили внимание хозяева и на сельскохозяйственную технику. Ведь Чувашия в состоянии поставлять на север комбайны и тракторы. Нам же архангельские производители готовы предоставить высококачественную древесину и морепродукты. Делегация из Архангельской области планирует приехать в Чувашию в марте следующего года. Тогда же будет подписана дорожная карта по реализации соглашения. В ней конкретно пропишут обязательства двух сторон.